Вітаю вас! Мабуть, однією з найважливіших книжок у житті кожної людини є абетка. Вона відкриває світ, безмежний світ людської мудрості, а величезний світ мудрості гірницької справи. Вирішив відкрити Ігор Анатолійович Рукавіцин. Добрий день. Він підготував абетку, свою абетку. І перш ніж ми про неї поговоримо, таке вступне питання. Яка абетка була у вас в житті? Ну, мабуть, перше вітання, як і у більшості дітей, які виспитувалися на сказках, це, мабуть, сказка Олексія Толстого, «Буратино», коли Папа Карло продав курточку, дав Буратино в руки азбуку, і він з азбукою пішов в школу, але не дійшов до школи. так как продал ее и пошел в цирк. Ну, то есть э, в жизнь все равно все расставляет на свои места. Э, сейчас мы поговорим об этом проекте. Вот э я его посвятил своим детям. Это один из таких проектов, который я бы хотел, чтобы он зафиксировался именно для нашего города. Но вы в такие роли тришечки папы Карла, так выступили? Раз вы уже сказали, что своим сынам присвятили. Расскажите трешки докладнейшее, чему саме зараз вышло, саме в цей момент. Ну и я вам передам вы... эту книжку, чтобы все-таки вы про детали рассказали. Да, спасибо. У меня, младшему сыну в этом году исполняется 6 лет. Мы планировали, что он пойдет в школу. Из Изначально, как бы даже не планировался выпуск именно азбуки, но в начале этого года проект уже подошел к такой стадии, когда появилась мысль о том, что ну вот, было бы неплохо для детей посвятить такую азбуку, потому как она рассчитана, как сказано здесь в аннотации, на средний школьный возраст. Это вот у меня старший сын, ему ну, 12 лет. Общая проблема, я смотрю, что дети очень мало читают. Они больше за компьютером, они больше за просмотром каких-то программ, социальных сетей. И поэтому, как бы, скорее, это даже не как бы детская книга, это книга которая подойдет и для взрослых и для детей то есть каждый надеюсь найдет здесь какую-то такую историко краеведческую информацию акцентированную на нашем крае но подача подача в виде азбуки и подача то как сегодня наиболее приемлемо восприятие информации это то есть побольше картинок поменьше текста и крупные заголовки то есть то кто хочет тех кто хочет вникнуть и понять более Якби ті вопроси, які тут є, то вони зможуть це все почитати, узнать, увіді. Давайте почнемо з того, з чого починає кожна людина, яка бере до рук книжку, це картинки. Я знаю, що над створенням образів, які от ми можемо бачити на цих картинах, ви думали давно, уже кілька років думали, як вам вдалося їх довести до логічного завершення і власне от. Я иногда упрекают о том, что я очень быстро издаю книги о том, что там в год выходит, там бывает такое два проекта, бывает три проекта. Проекты длятся по нескольку лет, это не те вещи, которые делаются за один день. Работа над этим проектом началась практически два с половиной года назад. В 2013 году, в начале 2013 года, и э, изначально этот проект планировался э, как подготовка нескольких буквиц для книги Криворожский Рудничный район. Э, примером послужила вот такая классическая книга по Екатерининской железной дороге, в которой э, в начале раздела, в начале глав применены так называемые буквицы. Ну, вот, э, примерно там, где идут рабочие, и э, вписана такая буква. Это э, старая техника книжной миниатюры, которая э, имеет классический характер, и большинство революционных книг оформлялось в этом же стиле. То есть э, в конце азбуки э, есть сводная таблица. Это вот э, именно таблица тех буквиц, которые э, и должны были быть подготовлены для Рудничной азбуки. За первый год было подготовлено всего 6 букв. Это в 2013 году, в 2014 еще подготовлено 8 букв, и когда уже, скажем, такой критический уровень был пройден, 6,8-14 из 28, там, если не брать там, мягкий твердый знак е, е то возникла такая мысль, которую мне подсказал издатель, о том, что неплохо было бы что-то сделать э, на подобие азбуки. Как раз в то время издательство, в котором я печатаюсь, они э, работали над восстановлением азбуки Елизаветы Биом, столетие которой отмечалась в том году и азбука это было напечатано на типографии Хас, там где я печатаю все свои книги, то есть тут очень интересные были мысли это там использование буквиц использование здесь были сибирские камни использованные рисунки и как бы история этой азбуки такова, что она тоже делалась несколько лет выходила по частям и я увидел где-то скажем так параллель то что можно было бы вот попробовать на базе тех букв, которые были изготовлены, на, тех, на базе этих рисунков, вот они в большую величину здесь представлены, можно было на их базе подготовить такое издание, как Азбука. Ну, Бачите, зроблю вам такий комплімент, можливо. Ваша книжка все-таки виглядає значно складнішою і в той же час більш змістовною, порівняно ну, з класичною і дуже дорогою абеткою Єлизавети Бьом, тому що, крім власне, картинок, які ми можемо бачити, є ще й фотографії мінералів ну, інші картинки, скажімо так, да? трішки про мінерали, які вміщені тут, як, за яким принципом ви їх відбирали. У мене є така робоча тетрадь, ну, робочі файли, і туди формату А4 листи вставляються. Це листи, які, скажімо так, от ідуть, предшествують определеній роботі. Коли ти вже представляешь в готовом виде изделия, то кажется, ну все просто, да, буква, минерал, буква, минерал. Притом была попытка максимально дать породы и минералы именно криворожские. Я обращался с вопросом составления списка в скажем, к трем лицам. Это практикующий больше и более 30 лет геолог, он составил первый список. Второй список мне подготовила камнерезная мастерская моза и научно-исследовательский геолого-минералогический музей Криворожского технического университета. Знаете, такой тоже парадоксальный момент о том, что каждый со своей стороны ну, дал список, где и пересекались минералы, а были моменты, которые и отличались, потому как у каждого был свой взгляд то есть тот, кто-то практически встречал на криворожских месторождениях то, что теоретики там считали, что ну, вот это не криворожский Но это полемические вопросы, поэтому из 28 минералов, которые здесь в этой книге даны, это порядка 22 это то, что встречается в Кремороге. Еще одна из таких самых больших проблем, то есть если уже выбирается формат подачи в алфавитном порядке, то есть проблемные буквы, которые проблемны везде. Это, например, ЩАХА, ЭЮ, например, по той же самой азбуки бьем то при жизни бьем вышла э, три выпуска ее азбуки она выходила э, ну, не переплетенная книга а отдельными листами которые можно было потом сдать в переплет то э, именно буквы ю я и ща они не были выпущены при жизни художницы например из известных еще таких э, памятников графического искусства. Это, вот, например, азбука Георгия Нарбута, абетка, украинская абетка Георгия Нарбута. Это азбука Бинуа То есть везде есть буквы, на которые действительно очень небольшой понятийный контекст и где очень сложно. Точно так же, вот, например, с минералами, например, на ща до последнего момента там не было ни изображения, потому как есть такой минерал щербаковит, то есть названный по фамилии одного из геологов, который э, нашел этот э, минерал, описал. Профессиональный фотограф Георгий Оргунован отфотографировал эти э, э, из минералы, их изображения обработаны так, что они ну, фактически, как, как сказали, там, кто смотрел эту книгу, они как в 3D э, Выглядят. То есть они настолько объемные выглядят и передают. То есть это вот такой ликбез и для создателя книги, и для тех, кто работает над этим. Кстати, ну, это один из рабочих рисков. То есть мы смотрели, еще была задача, чтобы минерал, например, был смотрибелен. То есть он не только должен быть там отвечать на буквы, он относится к Криворожскому. Тут очень вот попалась книга, кстати, ни, ни минерологи, ни музейные работники такого не видели. Это... Конец 19 века, 1897 год, и здесь камни и минералы, они там, прорисованы, они напечатаны в хромолитографии, то есть это сумасшедшее качество. На сегодняшний день уже это, эти все методы забыты, типографии не могут дать на сегодняшний день не такое качество, они а такую возможность передачи, при том, что вот технологии движутся вперед. Ви, можливо, вивчали якісь спеціальні видання, де говориться про педагогічні основи подання абетки. Тому що дивіться, ви подаєте свої картинки як ребуси, свої рідні. Дітям дуже цікаво. Я це побачила на живих прикладах. Цікаво розгадувати, де зашифрована власне літера. Ви подаєте присліві і приказки. Як ви їх відбирали? Чому відібрали саме ці, а не якісь інші? Власне, через прислів'я і приказки так само дуже. Просто вивчати мову набагато краще запам'ятовується, скажем так. чому ще не швидко шла робота над азбукою? Потому как для того, щоб чтобы... сформировать э, понятийный аппарат э, для себя, а потом его э, представить художнику, чтобы художник, этот гра график мог перенести э, на бумагу. То есть это должно быть максимально сконцентрировано и э, соответствовать идее. Ну вот там возьмем самое простое R, да, рудокоп. То есть тут помимо э, рудокопова самому там рельсы на букву R, мы там видим рукавицу. То есть есть слова, которые вот ну, небольшое количество, и они там э, соответственно количество предметов не попадает на рисунок. Ну вот, например, если возьмем букву П, тут очень много там путь, портал, порода, паровоз, путейщик, платформа. То есть здесь вот, ну да, можно, каждый может найти что-то еще вот соответствующее его, его пониманию. И мне для того, чтобы, то есть в данном случае художник, это он не, не, не метец, а он просто ремесленник. То есть я набрасывал э, такой небольшой эскиз, передавал, и уже э, художник переносил это все. И вот это вот для того, чтобы донести эту идею, что должно быть изображено, сколько-то там э, минимальное количество, 5-6 предметов на определенную букву, для этого, конечно, сумасшедшее количество информации нужно было перелопатить. Это э, я работал из горной энциклопедии, и с, со специальными э, книжными и научными и э, такого более да, научно-популярного плана тоже тут очень большая проблема о том, что все-таки это начало 20 века, а специализированной литературы по истории горного дела, по истории горного кривбаса, скажем там, кроме э, книги Малахова Шостака и э, книги изданной э, горным институтом нашим к 125-летию начала разработки горных руд. То есть ну, ничего такого, скажем, специализированного нету. Поэтому э, вот я учился сам, я как бы для игрового такого э, момента как для детей, да, собирал вот такие, как вы говорите, ребусы, картинки, но в то же время учился сам, и небольшие текстовые фрагменты, они вот в большей мере рассчитаны на э, взрослых, которые должны уделить время детям и почитать. Вот даже намек на это, они, он дан на форзацах и э, как бы идея тут тоже донесена, да, вот как в обложке, например, о том, что здесь девочка с мальчиком э, изучают книгу, и инженер с рабочим вот э, стоят сзади них, э, они как бы смотрят, на них, на это подрастающее поколение, и фонарь, который освещает это, вот как, как бы свет знаний, который несет вот эта вот книга. То есть образность и стилистика начала 20 века вот таких символов, зашифрованных как бы в рисунке, она перенесена как на обложку, так и на форзацах. Вот здесь, например, здесь вот приятно художник, который брал образы с альбома с видами фотографий Фукса, вот он здесь нарисовал даже вот инженер с детьми, и вот мы расслеживаем такой момент, что у Фукса было как раз девочка и мальчик, там девочка постарше, мальчик на 5 лет младше, и вот дети увлеченно это смотрят, а на заднем форзате ну, такой хитро прищуренный дед рабочий, большая семья, и тоже листается книжка, то есть мы видим разные интерьеры, но э, все равно, то есть независимо от того, это э, какое сословие, насколько люди э, как бы э, обеспечены и э, в какой уровень там занимают на социальной ступени, то есть книга в данном плане обучение и саморазвитие вот для детей это скажем та возможность, которую дают знания. Ну, ми досі говоримо про цю книгу як про е, е, таке видання, яке навчає. І я поки що ще хочу продовжити цю лінію, тому що, е, от ви вже сказали, ці тексти вони підготовлені для е, трохи старших, не, не дітей молодшого шкільного віку, а старших. Чи хотіли б ви готували цю книжку там, для своїх дітей, е, щоб вони надихнулися і, е, вивчивши абетку рудничну, абетку гірничої справи? І стали теж гірничими інженерами, або людьми, так чи інакше причетними безпосередньо до видобутку руди, переробки руди. Тому що насправді книжка дає ази всього. Навіть я там багато чого не знала, хоча все життя живу в кривому розі, і родичів багато шахтарів. Вона надихає ставати ближчим до шахтарської справи. Структура подачі, ну. она элементарная, то есть по алфавиту, а какие-то вещи, то есть то, что дополняют разворот, это, например, вот как мы уже говорили, минералы, это вот инструменты, это какие-то слова, опорные слова, которые вот дают понятийный аппарат, формируют. И на каждой странице здесь есть такой небольшой Ряд изображений, он такой орнаментальный по рудничному процессу добычи. Тут нельзя забывать о том, что, например, чем азбука отличается от букваря. Да? То есть букварь это, это буквы, это в том же алфавитном порядке и по ним учатся читать, а азбука это набор понятийных, понятийного аппарата. И вот именно понятийный аппарат по криворожью начала 20 века я посчитал что возможно это скомпилировать и подать в такой немного игровой форме потому как форма подачи в алфавитном порядке как азбука, она это очень распространенная то есть выходит сотни десятки книг ежегодно ежемесячно. И вот я даже хотел сказать, что в моей практике подсознательно уже опыт такой был. Я в свое время постоянно сотрудничал с журналом «Филокартия». И вот, например, 2010 год у меня в трех номерах э, выходила статья, которая называлась «Почтальоны и другие» или «Азбука открыта Клипарелла». Это статья... Э, прошла сквозь три номера, она э, ввела в филокартический, это люди, которые собирают почтовые открытки, оборот, такое понятие, как открытка с вложенными видами или парелла, и если там на филокартическом рынке было известно там 5 или 6 разновидностей, то э, я вот на основании своей коллекции показал о том, что можно проиллюстрировать э, целую азбуку этими видами. То есть э, в любом случае когда человек э, дает э, информацию в виде азбуки или иллюстрирует полностью алфавит, он уже претендует на всеобъемлемость темы. То есть он показывает, что тема настолько широкая, настолько он хорошо как бы к ней подготовлен, знает, что он готов там дать 28 сюжетов, 28 каких-то там изображений. Вот здесь, да, там, как мы уже говорили, были подобраны камни. Здесь на каждую букву есть рабочие инструменты. Вот, например, там К, кирка, да, там Н, насос литра П, там, подбойник пила. Бывают, конечно, такие моменты, когда невозможно ну, найти букву, то вот Например, там Д. Домкрат, вот на букву Е, как я не старался, никакого ни инструмента, ничего не было найдено, но ну вот нашли такой выход, художник нарисовал в стиле Леонардо да ветрувианского человека, был нарисован рудничный рабочий, который на букву Е давал понятийный аппарат по поводу единиц измерения то есть у нас до 30-х годов двадцатого века использовались еще старые системы постепенно происходил переход на метрический и то что мы встречаем там единицы длины единицы веса вот по крайней мере по длине здесь можно понять на простом примере что такое локоть что такое аршин сажень косая то есть Книга. Ну, я надеюсь, что все-таки каждый взрослый ребенок найдет какое-то рациональное звено. Ну или просто полистать, или ну, хотя бы понимать о том, что это очень близко связано с нашим городом, с его историей. С историей, почему конец 19-го, начало 20 века. Потому что это именно тот период, когда из захолустного местечка с развитием рудничного производства город делает огромные шаги и становится, вот зарождается тот базис, тот, который мы имеем город сегодня. И все-таки, как ни крутите, то есть благодаря труду людей, где на каждую букву здесь вот там, от чернорабочего до инженера, э, я пытался проиллюстрировать и рабочие специальности, и инструменты, и специфику вот этой вот криворожской жизни, то есть это то, что должно до занять достойное место и э, как бы и, и на книжной полке, и в головах, там, скажем, подрастающего поколения, потому что до взрослых гораздо труднее достучаться, а есть такой момент, там, детям ну, всегда меньше жалеют, там, то есть всем можно что отказать, а... Я... <свисток> Ребенку, да, хочеться і побалувати. Поэтому вот, вот такий проєкт, думаю, знайде ну, відклик. Це прекрасно, звісно, що ви створюєте ці книжки. Але коли дочекаємося українсьмовного вашого видання, ну і власне чому ви дали російською, а не українською абетку цю? Я сам чувствую, повідомляю, що для дітей нужна інформація помимо класичного языка, на котором общались в то время, о котором повествует книга, так как э, некоторые слова, некоторые обороты, они... Э при переводе теряют вот ну, то, тонкость того восприятия. Я, конечно, хотел э, добавить украинский язык. То есть мы изначально думали, э, там, где внизу э, слова на определенную букву, слова такие опорные, добавить и на украинском языке. Э, получается, что идет перевод, одно не соответствует другому. Обсуждали мы это и с издательством. Э, варианты эти были рассматривались. То есть есть возможность, конечно, издания и на украинском языке. Если этот, как бы, условно говоря, пилотный проект пройдет нормально и будут, будут заказы, это несложно все сделать, при том, что уже сформировано самое тяжелое ⁇ это визуальный ряд. Поэтому я думаю, что мы еще дождемся выхода. Может и на украинском языке. Ну вы да? будете пробовать э, придумать картинку на литеру е, на литеру е вот украинского Ну это, конечно, это, это отдельный процесс. И, знаете, здесь э, придумывать, может быть, не совсем э, верное слово. Здесь, наверное, вот... Подбирать, Шука. да, подбирать, либо э, углублять свои знания настолько, на, чтобы именно к определенной букве подвести э, какие-то понятия. Потому что я когда работал, то была такая как таблица-пустографка, там буква, к ней шла пословица, я перелопатил такое несметное количество этих пословиц, я не знаю, там пришлось перечитать, ну... ну две-три тысячи этих пословиц, то есть использовал и книгу Мельника «Историчный фольклор Криворижья», и классические пословицы, и уже переходил на пословицы народов мира, то есть хотелось, чтобы где-то было там и на рудничную тематику, и какие-то названия и инструмента было, либо там рудничной профессии. И знаете, оно тоже настолько откладывается, и когда к концу дня ты с кем-то общаешься, он тебя что-то спросил, ты ему это ответил, а потом думаешь уже, ну, это, это уже, скажем так, из, 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 издержки вот э, такого уровня э, изучения вопроса поэтому вот чтобы заполнить это вот как э, кроссфорд и ты подводишь к букве вот эти понятия вот эти вот камни эти э, пословицы и э, там рудничную профессию инструменты все остальное поэтому ну, нужно совершенствоваться самому для того чтобы выйти на такой уровень и издать действительно достойно и на украинской мове Ви все таки називаєте перед ефіром, принаймні називали цю книжку дуже дивною. Це практично ваша цитата. Чому вона для вас, як для автора? така дивна, mm. що в ній такого незвичайного, невластивого для вас і невластивого взагалі для інших видань? во перше це не комерційний проєкт. Я хочу поблагодарити э, мецената Николая Івановича Іщенка. Тут відмічено, що він допомог при випуску цієї книги. Це вже наш другий совместний проєкт. Перший, він дуже мені допомог з книгою «Привіт із Кривого Рога». Там э, теж були вот такі моменти, там були картини художника Рябаконя по фотографіям Фукса і сучасні фотографії. Тут Здесь книга, скажем так, полностью мой креатив. То есть, в чем это выражается? Книги, те, которые я издавал по истории Кривого Рога, они лишь компилировали ту информацию, которую мне удалось узнать, либо то, что мне удалось собрать. То есть из, из старых источников какие-то выдержки, фотографии, там, виды информации. Здесь же это на основании полностью моих полученных знаний, по моему заказу, человек сотворил новое. То есть были созданы новые рисунки, были вот созданы образцы там и графики и живописи и здесь заложен как бы смысл, который я не сам везде понимаю. И вот мы когда общались с Николаем Ивановичем в частности по поводу целевой аудитории этой книги, кому это нужно, я вот для себя не везде смог ответить, то есть кому она сегодня нужна. То есть в большей мере, конечно, это разготовилась она как подборка буквиц, но иногда что-то есть внутри тебя, что тебя ведет на какие-то, скажем, там такие поступки и на какие-то действия. Так вот, ну что-то то, что привело к этой книге, как собрались люди, которые смогли вот наполнить ее контентом, она для меня это еще книга-загадка, и я даже ну, не могу ответить ну, вот для себя, зачем она делалась, там, для кого. Ну вот я думаю, и криворожане, и те читатели, и люди, которые вот вообще интересуются арт-объектами и книгой как вообще там предметом источника информации или объектом обладания, вот они оценят и уже они со своей стороны, конечно, выскажут свое время. Поэтому подождем, время покажет. Дякую Ігор, дайте, будь ласка, в руки її. Я дуже вам дякую за це видання. От ви не сказала, я скажу, що вона така дуже рельєфна. Так? І хочеться вам побажати, щоб ваше життя було так само рельєфним, і проступали нові книжки, про які ми з вами теж будемо говорити. Дуже дякую вам. Давайте читати ось таку рельєфну загадкову історію. Кривого Рогу. Власне, це книжка, вона оповідає про історію Кривого Рогу від А до Я. Гарних вам книжок і до встречи!